Всем привет, это «Вездеход», меня зовут Юля Хази, и сегодня мы смотрим премьеру картины с одной из моих любимых актрис, Сандра Баллок. Я всегда, знаете, рассматриваю ее нос, то есть я пытаюсь понять, как будто восковый, и, честно говоря, только вот на это обычно и смотрю в ней. Но сегодня представится возможность посмотреть на ее крепкие булки и храброе сердце. Сейчас все увидим. Сэр, я не понимаю. Я раскрыла больше дел, чем любой из агентов. Вы отличный агент. Но вы не можете работать в команде. Остальные агенты вас терпеть не могут. Выдвигайтесь на счет три. Раз, два. Невероятно. У нас проблема в Бостоне. Я посылаю тебя. ФБР, недавно мы получили информацию по дилеру Тарлу Рохасу. Эй, кто это у нас? Детектив Муллинс еще не вернулся с обеда. Думаю, он не будет возражать. Вообще-то она. Куда же ты? Она сумасшедшая! Сандра Буллок. Я специальный агент Сара Ашберн. Желаете ли вы быть допрошен офицером? Я и есть офицер, а это мой пойманный преступник. Не хотите закрыть дверь с той стороны? Да я сейчас на тебе дверь закрою. Будешь лежать тут, а голова торчать в двери, и я нанесу по ней 157 тысяч ударов. Девушка, лучше бегите. Мелисса Маккарти. Я заставлю тебя нагнуться, залезу в карман и заберу ключи от дома. Затем я поеду туда и измордую тебя твоим же собственным значком. Именно в такой последовательности. Вопросы есть? Давай без формальностей. Сюрприз! Да ладно, чувак! Убирайся вон, бык посудной лавки! Что неясно в фразе «на выход»? Ты хочешь выйти? Давай вынесем тебя. Я держу тебя! Давай, поднимаем его. Не, погоди, я больше не могу, я не могу! Но он в порядке, верно? Машина же смягчила его падение. К ноге! Это было потрясающе! Вообще, фильм классный, советую всем, да, особенно вот это, что вообще, как бы, впечатление, можно еще раз прям советую всем, вообще классный фильм, очень позитивный, веселый, комедийный, классно. Ну, как бы сказать, ну, давайте я не буду вообще ничего говорить, пусть люди сами посмотрят, потому что много смешных моментов, там нужно перебирать. А именно эта картина, что вот вам больше всего понравилось? Понравился юмор, безусловно, самое ожидаемое. Веселая, предсказуемо смешная. И с самого начала была уверена, что они победят, и они все смогут. Самой сложной и интересной для меня съемкой была сцена в баре. Это правда. Мы понятия не имели, как будем ее играть. Ведь на съемочной площадке вы можете быть очень расслабленными и дурачиться от души. Но это не значит, что вашим зрителям будет смешно на это смотреть. В этой сцене перед нами стояла задача показать, как наши героини напиваются и становятся совершенно другими людьми. Ситуация, когда Маллинс и Эшберн перестают себя контролировать, очень нехарактерна для них. Ну, сделана качественная работа голливудская. Естественно, это коммерческий фильм. Тут уже тщательно проверяется все. Тут ошибок как минимум должно быть. Вы обе можете отвечать на мой вопрос. Возможно, вы неправильно выбрали профессию, и ваше призвание — быть полицейскими. Нет. Нет, я не смогла бы. Мне кажется, что я недостаточно смелая. Да, нет. Знаете, это особенный человек, который решает идти работать полицейским, парамедиком или на скорую помощь. Все эти люди, которые принимают такое решение, они еще с молодых лет знают, что это именно то, чем они хотят заниматься в жизни. Встречая таких людей, ты знаешь, что они не такие, как все. Они обладают интуиции, которая не свойственна обычным людям. У них отсутствует инстинкт выживания. Случается что-то ужасное, они принимают решение бежать в том направлении, где находится опасность, чтобы помочь другим людям. Знаете, для этого нужно обладать загадочными и прекрасными человеческими качествами. При бюджете в 40 миллионов долларов картина уже собрала в американском прокате 50 миллионов долларов. Два дня назад цифра была 40. То есть, сами все понимаем, люди смотрят, люди идут, и есть на что посмотреть на самом деле. Все комментарии, отзывы, с моей точки зрения, абсолютно объективно адекватны, поэтому все идем в кино, фильм нужно смотреть на большом экране обязательно, ну а мы идем спать. Всем пока!